Ребята, я тут надумал провести розыгрыш. Братишки, которые уже подписаны на нашу группу в Дискорде, давно знают о деталях розыгрыша. А теперь поведаю все вам. На данный момент у меня нету ни спонсоров, ни средств на проведение розыгрыша. Хотя я и вложил немного, но этого все равно будет мало. Поэтому прошу вашей помощи. Чтобы помочь мне собрать средства на розыгрыш, на следующем стриме будет сделана цель сбора с названием «На розыгрыш». У кого нет возможности доната на стриме, вы сможете купить две прекрасных футболки на ваш скин в Роблоксе. Ссылки на футболки группу вы сможете найти также в описании. Мне приятно, и донаты идут на благо. Все, кто примет участие в пожертвованиях, я объявлю в следующем видеоролике. Еще одна помарочка. В розыгрыше могут участвовать абсолютно все, кто подаст заявку или будет присутствовать во время розыгрыша. Точная информация проведения еще пока неизвестна. Я ее передам чуть позже. Но братишки, которые уже также подписаны на нашу группу в Дискорде, узнают всяко быстрее, чем ждать следующего видеоролика. Или стрима. Всем здорово, ребята, я Никас, и добро пожаловать в новое видео. Подошел я, значит, от стоматолога, и снова могу записывать видеоролики. Я вас в прошлый раз просил набрать 100 лайков для выхода следующей части, но что-то пошло не так, и 100 лайков превратились в 220, которых я там абсолютно не ожидал увидеть. Ну что, вот получается и подлетела вторая часть, которая обещает быть подлиннее. А если вам этот видеоролик понравится, то, я думаю, можно смело набрать 200 лайков, и я как можно быстрее выпущу третью часть. Всем приятного, пока! Погнали! Не надо! Он за мной не бежит. В смысле? В прямом. То есть я был главной целью? Ты где? Давай беги, короче, это. Ты знаешь, здесь стену взрывать надо? Нет, я что ли? А ты карту видишь? Маленькую. А нажми на нее. Так. И слева от тюрьмы. Ты где? Ты у моста у черного стоишь, что ли? Да. По карте у моста, да? Да. Я тебя понял. В тупике, да? Да. Я убегал. Спрятался. Тут, короче, кемперы, а не кемперы, тюрьму. Мне не сбежать, наверное. Я могу подъехать за тобой. Что за черная? Давай, 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 план капкан, подъезжай. А что за черная линия, блядь? Что за черная хуйня на меня смотрит? В смысле? Черная какая-то, типа стрелочек, понял? Какая черная стрелочка на тебя смотрит? Что ли, какая-то стрелочка? Я в машине. Нет, я не в машине! За мной погода выходит! А это ты, блядь! Как ты меня-то спутал? Я в машине, нет, за мной походу бегут. Как это так вообще? Так, что это пидас, я вообще затараню на их. А, съеба. Пидасина, да? А, пошел ты нахуй. Смотри, нам с тобой нужно взять оружие, потому что... Смотри! Ха-ха, как в камень просто! Говно какое-то, ёб... Даже не смялась, да? Да вообще хуй, ёб... Чё это было? Резкий поворот направо, я тебя понял. Дисквалифицировался с моста. А давай проверим. Блять, нет, ладно. Камень. О! Блять. Все-таки вот это ты обосрался, да? Да я охуел, я думал, они не взрываются бы. Рокет фул. Бля, да ебал я рэп! А ее взять можно? Кого? Кто? Как это нас арестовали? Убегай отсюда уже, убегай! Я бегу, блядь! Пошел ты нахуй! Ебать, я в замедленной полете, нахуй. Ты посмотри на меня. Ты типа по лестнице ползешь, а не в замедленном полете. Пай ты, конечно, на нахуй на Али Капоне похож, такой же типа гангстер. Видишь, я гангстер, а ты кто? А я шестерка. Почему мне туда показывают это? Какая? Чё за звук? Мне чё ты? Что это за хуйня, блядь? Мы едем? Ты нет. Прямо жмешь. Там прямо, да-да-да, прямо. Что ты делаешь? Наебалась, смотрю. Направо. Нет, направо. Серию назвать, как друг сдает направо.
Ты знаешь, как по категории в Америке А плюс у тебя? А что происходит? Ну, в здание врезали. О, приехал, вали отсюда! Опять этот! Вали, вали, вали! Вали, вали! Давай! Он нас не смог поймать. Все, кайф. Езжай мы сюда. Пошел! Давай по дороге так едем. Какой дороге? Он сейчас за нами поедет. Какой дороге, блядь? Я не вижу нихуя. А, во, вижу. Куда ты едешь? Да ты уже в воде. Тепленькая. Когда ты наполовину в воде едешь, вообще кайф. Так что, покупаться прямо можно? Он опять приехал! Вали нахер отсюда, вали! Да. Пока. Спаси, спаси, спаси! У него тоже дверь открыта! Ай, нет, он меня поймал! Да, Ваня, ёпара за ты! За мной в тюрьму, он за тобой побежал! Пошел ты нахуй! Если бы голосовой чат был, ты бы его сейчас реально так послал. Так, куда мне к тебе ехать, блядь? В тюрьму, по карте посмотри, где тюрьма. Отсюда приехал, у меня нихуя не едет, посюда, пошел нахуй, чмошник! Я выехал! Я не понимаю, куда мне хуй, блядь, сейчас. Ну карту, нажми букву М. Да какую карту, я въебусь куда-нибудь, а это педрило за мной хуй. Да, он за мной едет, блядь. Туннель так. Блядь, вертолет! Я вертолет нашел! Я за вертолетом! Я вышел! Слышь, как подниматься на вертолете? На Е, QE, на Е подниматься. For sale, пошел нахуй, for sale, да я ебу, блядь! Блядь, меня, блядь, меня же опять не вот, ебаный! Он меня с***пит, съебучий! Хули ты мне напи***л, хули ты мне напи***л, блядь! Ты пи***ц! Стой! Меня захвати! Это не ты! Ты где? Я в тюрьме, нахуй! Я спейс хуй! Этот педрило приходит за мной, блядь, закрывает вертолет. И меня нахуй в тюрьму, блядь, отправляю, я ебу в жопу. Ко мне какой-то Субаш Хабро сел. Субаш? А, Сашка. Сашка Бро. Сас Хабро. Сас Хабро. Спашка. Давай, я тебя жду. В тюрьме я тут. А ты где? Я тебя вижу. Где? Там коп у канализации стоит, видишь? Карточку стырю у него. Сейчас тебя арестую. Убегай, как стырил что-то. Я пончик стырил. Беги, он за тобой побежал. Что ты стырил? Пончик на... Я отойду. Это самый бесполезный предмет. Я отойду. А можно мне, блять, отойти на... Куда? Да он пишет, я отойду, блядь. Я вообще троллить буду, он за нами бежит. Я вижу тебя. В смысле машина назад не едет? Она, короче, в горку встала и назад не едет. Я вижу вас. А ты где? Я тебя вижу. Стоит. Давай сбегай, сбегай быстрее уже. Куда мне, блядь, бежать? Через... Знаешь, там сразу ли... О, дверь открылась. Канализация, что ли, или что? Да. У челика карта есть, слышь? Какого? Подожди, там коп заспавнился, надо у него карту стырить. Сейчас я тебе помогу. Сзади тебя. Пончик. Это свой фигачит. А... Блин, почему ты... Чё ты пингуешь? Ты ёпар... Ты чё, села? Ты чё? Да ты чмо с ногой хуй, бля, ебать он чмошник. Я карту получил! Стой, я сейчас через двери, главное, выйдем с тобой. Друга повязали. Валим отсюда! Побежали быстрее! Да! За мной! Нам надо срочно пистолеты взять! Побежали! Он бежит за нами! Ёпт! Он все еще бежит, он бежит! Надо вниз спуститься, брать пистолеты, дробаши и мочить его, понял? Сейчас налево сразу. Тут пистолеты есть, бери пистолет. И дробовик. Как, блять? Я не могу! Как его брать, блядь? Как он меня поймал? Я далеко был! Чё за хрень? Как брать, блядь? Как брать? На кнопкой мыши кликни. Я дробовик не могу, кстати. Блядь!
Я у него карту стырешь! Иди сюда, ты пизда, ты дискотека, нахуй! Подожди, сейчас уже бегу, подожди! Ты слышишь эту музыку? Подожди, я не слышу. Тут чела Нурминского въебал, короче. 12-летний. Не. Какую-то хуйню сказал, и хуярить Нурминский начал. Пизда, короче. Чё за хрень? Чел ко мне на батуте подпрыгнул. Прикинь, он просто, короче, меня арестовал, пока в воздухе летел. Блять, я полицию выбрал. Давай я тебя выпущу, слышь. А давай, почему нет? Ты где, давай. Блядь? Ты где? Сейчас иду, подожди, поднимай. Иду, все здесь. Сейчас мы с тобой смотрим. Сейчас план побега разрабатывает. Давай, смотри. Типа, у меня карту, типа я не заметил. Да. Потом ты заходишь в другую команду, и мы с тобой выбегаем вместе, давай, понял? Давай, типа не вижу. Плохие новости, ребята. Ролик, как всегда, на самом интересном месте подходит к концу. Не забываем про нашу с вами сделку. Ну а с вами был Никас. И всем удачи. Всем пока.